Давайте, девочки, мальчики, я объясню некоторым людям мысли свои. Мысли. Доктора вы мои, дорогие. Психиатры. Угу. Диагнозы ставим. Он дурачок, он гей, он лесбиянка. Вау-вау-вау-вау-вау. Да? Вау-вау. Что дальше-то? Вы что, деточки? С какой луны? Девочки, мальчики. Я не пойму некоторых людей, которые тут сидят. Вы что, тут сидите, вот я такие святые, ёлки-палки, прям вот святые, святоси, ёпи летят. Вот так баюшки баю, да, я не ложись на краю. Мой хороший мальчик, хорошая девочка. А? Одна там... накрашенная непонятно какая, в ноздрях, блядь, вот такая, прости господи, и это тыры-пыры. Ну, дурман-дурман, дыры-хандараштейхан, и майны сетаци. О, бачмык, и задохачены ты тебе. Ан задорочлах, вот сатапайхасу, вот сетанхи. Простите меня за мой язык такой, ну, родной. Да. Девочки, мальчики, будьте добрее. Мы сюда приходим отдыхать, а не просто вот эти вот слова там пишете свою, прости господи, у которых даже аватарок нету. У которых даже, блин, пишут и не знают чё, непонятно чё. Один пишет, тебе, ты психически болен? Вопросик. Другой пишет, ты не лесбиянка случайно? Другой пишет, ты не гей случайно? Ребят, вы о чем тут, блин, пришли и балакаете, хрюму-хрюму-хрю, а? Я давно, что ли, вам не вставлял этого, как его называется, хря-махря? А? Чебурашки маленькие. М? Вам вот сколько говорить? Ну, я на всех платформах говорю. Ну, успокойтесь, да, будьте позитивными. Ну, почему же у вас вот такая вот фигня идет, а? Чего вы, блин, веселиться-то не можете, а? Вам надо только, знаете, куда? Вам надо в пещеру большую. Вас согнать туда, в пещеру, закрыть, и чтобы там...